Howdy, Bo. Howdy, Bo. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept my obeisances. Yeah. Special Prabhupada. Can you hear me, Guru Maharaj? Your microphone mute. Okay, you hear me now? Yes, Guru Maharaj. We may begin. Okay. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5. Text number 34 and 35. Varsha Puga Sahasranti Tan Andam Udete Shayam Kala Karma Swabhavasto Jivo Jivam Ajivayat. Translation. You can read. Перевод. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 5, текст 34-35. В течение многих тысяч эпох Вселенные находились в водах причинного океана. Войдя в каждую из них, Господь живых существ вдохнул в них жизнь. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господа называют Дживой, поскольку он главный из всех джив. Гуру Махарадж. Дживо, дживам, адживая. This is text 34. Yes. Yeah. Devotees said that they hear 35, 36. Oh, 35, 36. Okay. Thank you very much. Okay. 35. Saiva Purushas Tasmad Andam Nirbidya Nirgata Sahasro Vangri Bhavaksha Sahasranana Sirsavan. Перевод 35-го текста. Вторая песня, глава 5, текст 35. Оставаясь лежать в причинном океане, Господь, Махавишну, в то же время вышел из него и, разделив себя в образе Хирани Гарбхи, шел в Вселенную, где принял форму Вират, тысячами рук, ртов, голов и так далее. Различные планетные системы каждой Вселенной расположены в разных частях Вират-рупы, вселенской формы Господа. Их описывают следующим образом. Okay, Гурмадж, text. should I read? Yes, Text yes, please. 36. Yasheha vayaver lokan kaupayanti manishina hatya adibir adha sapta saptur saptur jaganadibi. Перевод 36-го текста. Великие философы представляют себе, что все планетные системы Вселенной олицетворяют различные верхние и нижние члены вселенского тела Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «калпаянти», что значит «представляют себе». Вират, вселенская форма Абсолюта, является плодом воображения философов-эмпириков, которые не способны допустить существование вечной двурукой формы Господа Шри Кришны. Хотя вселенская форма в том виде, в каком ее представляют себе великие философы, является одним из аспектов Господа, все же она в каком-то смысле является плодом их воображения. В данном стихе говорится, что семь высших планетных систем расположены выше талии вселенской формы Господа, а низшие планетные системы ниже ее. Смысл этого утверждения в том, что Верховный Господь чувствует каждую часть своего тела и таким
творений подвластно Шрилы Прабхупады Кетяне. Ом агьяна тимарандасья агьянанджана шалакая чаксурун милитаннина тасмай шри гурве нама ванча калпатарубьясча крипа синдубай эвача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо нама джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхар шри васади гор бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing Sukadeva Goswami describe the process of creation to Maharaj Parikshit. Мы слушаем о том, как Шукадева Госвами описывает Махараджа Парикшиту процесс творения. So as described in the verse today, Mahavishnu is laying in the causal ocean, but he expands himself, he enters into each universe. Of course, he enters into each universe. It's mentioned here as Haranyagarbha. И в сегодняшнем стихе говорится, как Господь Махавишну возлежит в причинном океане. И в то же время он выходит и распространяет себя в каждую вселенную. Входит туда в образе Хираньягарбхи. And then he takes the form that he appears in his universal form, the Virata Rup, which is described as having thousands of legs, arms, mouths, heads, etc. И там, в каждой вселенной, он принимает форму вселенскую, Вират, у которой тысячи ног, рук, голов, ртов и так далее. So these are the different Purusha expansions, what is actually from Mahavishnu comes the Garbhodakshayi Vishnu within each universe, and then from Garbhodakshayi Vishnu, then the Lord expands again as Shirodakshayi Vishnu within the heart of every living entity and even within the atom. Итак, из Махавишну исходит различные экспансии. Сначала из Махавишну исходит Гарбхадакшайи Вишну, который входит в каждую вселенную. И далее из него исходит Кширадакшайи Вишну, который входит в сердце каждого живого существа и в каждый атом. So Sukadeva Goswami is describing how the philosophers imagine this universal form, and they consider the different planets to be different limbs of the body of the Lord. И далее говорится, что философы представляют себе, как различные системы Вселенной соотносятся с различными членами тела Господа. So Srila Prabhupada explains how these gyanis, the gyanis, the speculative philosophers, that they're not able to understand how the Lord could have a divine form, a transcendental form. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что гьяни, философы, не способны допустить или принять то, что у Господа есть божественная форма. Just like there's a class of people, they're not able to understand how the Lord could appear in the form of the deity in the temple, that it is beyond the power of their mind to understand. Как, например, существует класс людей, который не может принять то, что Господь проявляется в форме божества. Это выше их понимания и выше их разума. They have, so they contemplate the Lord as the universal form. Imagining the different planets, they imagine the different planets to be different limbs of the universal form. Их способности хватает на то, чтобы созерцать или представлять себе вселенскую форму и соотносить различные уровни планетных систем Вселенной с различными частями формы Господа. Sukadeva Goswami had described this in the first chapter of the second canto, where he talks, which is titled "The First Steps in God Realization." В
Шукадева Госвами касался уже этой темы в первой главе второй песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Первый шаг в познании Бога». So materialistic people, they have to conceive the Lord, the form of the Lord through the different features of the creation. Нет, некоторые люди способны познавать форму Бога, соотнося ее или представляя ее в виде различных частей творения, вселенского творения. The universe is divided into 14 different planetary systems or planetary levels, and there are 7 above the waist and 7 below. Вселенная разделяется на 14 планетных систем или уровней. 7 из них являются высшими, 7 низшими. And we're on the Earth planet, which is in the middle of the system. We're on the 7th planet from the top, the 7th planetary system. И Земля находится посередине этого творения Вселенной, является 7-м уровнем планетных систем из высших. So Srila Prabhupada describes the reasoning behind this interpretation. He says the reason is to show that the Supreme Lord is conscious of everything in the creation. И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что смысл этого утверждения насчет 7 планетных систем выше и ниже в том, что Верховный Господь чувствует каждую часть своего тела. Everything in the creation is compared to some limb or some part of the body of the Supreme Lord. Все в творении таким образом через этот метод сравнивается с членами тела вселенской формы Господа. Just like we say the sun is like the eye of the Lord. Например, мы видим солнце, и оно представляет собой глаз вселенской формы Господа. And the mountains are like the bones on the body of the Lord. Горы подобны костям в этой форме Господа. The clouds in the sky are like the hair on the head of on the top of the head of the body of the Lord. Облака подобны волосам на голове вселенской формы Господа. So in this way, and each and every aspect of the creation is related to a particular part of the body of the Lord. Вот таким образом каждый аспект творения, каждый элемент творения соотносится с какой-то частью тела формы Господа. And in this way we can understand that everything which is happening, which is taking place in the universe is under the control of the Supreme Lord. It's all His doing. И таким образом из этого следует, что все в творении подвластно Верховному Господу. And therefore, you can see how the planets are moving in a very systematic manner, under control, not by chance, but under definite control. И можно видеть, что все планеты двигаются по строгой системе. Это не происходит по воле случая, хаотично. And each of the planets also have different influences, and therefore, at the time of birth, a person's characteristics can be determined from the positions of the different planets at the time of his birth. И каждая планета в определенном положении обладает определенным влиянием. Таким образом, от времени рождения и положения планет зависит, какими качествами будет наделен человек, рожденный в это время, в зависимости от положения планет. And we saw in the Srimad Bhagavatam with the birth of Maharaj Parikshit how the astrologers came and they were able to describe the character
of the child who had taken birth. Шримад Бхагаватам приводится описание рождения Махараджа Парикшита, когда пришел астролог и рассказал о характере и о качествах, которыми наделен этот рожденный император. So understanding a person, the gyanis, by their speculation, they're able to put together a personality, which helps them to understand the nature of the creator. Гьяни пытаются познать природу. They're making their own attempt to try to understand the form of the Lord by their ascending process, by their own speculation. И в этих попытках познать природу Творца, стоящего за всем этим, они полагаются на свои собственные измышления, находясь на восходящем процессе, то есть на процессе использования своих собственных усилий, умственных попыток понять. We can see how much trouble the gyanis have to go through to come to any conclusion, to come to any understanding of the nature of the absolute truth. И мы можем видеть, каких усилий стоит этим философам, этим гьяни, прийти к каким-то умозаключениям, к пониманиям относительно природы абсолютной истины. Their whole process is ascending. Our process is descending. We get knowledge from the authorities and we accept it. We don't just try to speculate by the power of our own mind. И они это делают по принципу восходящего процесса познания. Мы же это делаем с помощью нисходящего процесса познания. То есть наш процесс — это принятие от авторитетов, слушание от авторитетов и принятие. Без попыток использовать умственные измышления. We simply hear about God. We hear the descriptions of the Lord from different authority to personalities, and we accept it. Мы слушаем о природе Верховного Господа из авторитетных источников, от святых личностей, и принимаем это. Just like in Brahma Samhita, Lord Brahma describes the form of the Lord. Как в Брахма Самхите, Господь Брахма описывает духовную форму Господа. Vinayan Kanvantam, Aravindam, Dalayataksam, Barhavitam, Samasitam, Buddha Sundarangam, Kandarpakoti Kamaniya, Visheshasobam, Govindam, Adipursam, Tamaham Bhajami. Lord Brahma is describing the form of the Lord, that he's adept at playing on the flute. And he has blooming eyes like lotus petals. His head is bedecked with peacock's feathers. His figure of beauty is tinged with the hue of blue clouds. And his unique loveliness is charming millions of cupids. Господь Брама описывает в этом стихе Винум Кванантам Аравинда Далая Такшам, что Верховный Господь держит в руках флейту. Его глаза несравненные, подобны лепесткам лотоса. Его тело неописуемой красоты. В волосах у него павлинье перо. И цвет его тела подобен цвету грозовой тучи. И красота Господа пленяет миллионы купидонов. So, Lord Brahma, he had undergone tapasya
at the beginning of the creation, and after many years of austerity, he was able to meet the Supreme Lord, and he actually saw the Lord. So he could describe the Lord to us. Господь Брахма был рожден первым в начале творения. Он совершал аскезу, благодаря чему смог увидеть Верховного Господа воочию. Он лично видел его, и теперь он может описать его нам. So there's no need to speculate, to try to understand the form of the Lord. We can simply hear from authority persons who've met the Lord. Поэтому в нашем случае нет смысла умственно измышлять. Нам достаточно слушать от тех личностей, кто видели непосредственно Верховного Господа. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna was asked by Arjuna, which of the two processes did he prefer? Those who meditate on the impersonal aspect of the Lord, or those who engage in his worshipful service and meditate on the personal form of the Lord? В Бхагавад-гите Арджуна спросил Господа Кришну, какой из двух путей лучше? Лучше путь, который связан с медитацией на безличную форму Верховного Господа, или лучше путь, который связан с преданным служением тебе? And Lord Krishna replied, Klesho dikatarastesham avyakta sakta chetasam. That for those who meditate on this unmanifested impersonal feature, then their progress will be very slow and their advancement will be very troublesome. И тогда Господь Кришна ответил, Klesho dikatarastesham avyakta sakta chetasam. Тем, чей ум сосредоточен на безличном проявлении Всевышнего Господа, очень трудно идти по духовному пути. С большим трудом им удается двигаться. So this universal form is described that this is some imaginary form. It's just something imagined by these gyanis, by these great speculators. It's not actually real. Таким образом, вселенская форма, описанная в этом разделе Шримад-Бхагаватам, это воображаемая форма. Она необходима для познания всем этим философам гьяни, она не является реальной. But it's effective for these class of people who are not able to accept the divine transcendental form of the deity. Но она большое подспорье для тех, для того класса людей, которые не способны принять божественную трансцендентную форму мурти или божеств, божества. The deity is one of the avatars of the Lord. The Lord appears in the deity form just to accept our worship and to accept our service. Божества, которыми мы поклоняемся, это одна из форм аватар Господа. Господь нисходит, чтобы принимать наше поклонение. But the gyanis, the speculators, these people are so unfortunate, they're not able to appreciate that they're so much attached to their own ideas, to their own speculative philosophy, they're so much absorbed in their own mind. Но вселенская форма помогает тем умозрительным философам, кто никак не может отказаться от идеи философского способа познания, где они используют свой ум, где они привязаны к своей философии. So by this ascending process, they also make advancement very slowly. The process of jnana was described in the Bhagavad Gita. Lord Krishna says,
Bahunam gyanmanamanti gyanavam mam prapajanti. Vasudev sarvamiti samahatma sadurlava. That after many births and deaths, then one who is actually in knowledge, he will come to understand that Vasudev, Krishna, is everything. But such a soul is very rare. Этот восходящий путь для таких философов, он работает, но этот прогресс, их духовный прогресс очень медленный. В Бхагавадгите Господь Кришна говорит: «Бахунам джанманаманте генманам прападьянте васудева сарвамати самахатма судурлабха». После многих и многих рождений те, кто действительно обрели знания, пришли к выводу, что у Васудева есть все. Но редко встречается такая великая душа. However, we can understand something of the omnipresence of the Lord, how the Lord is everywhere, and he knows about everything in the creation. Следует отметить также всепроникающую природу Верховного Господа. Благодаря тому, что он все пронизывает, он знает обо всем и все в творении подвластно. So, our path, the path of devotion is so much simpler, but we simply have to hear about the Lord. And by hearing about the Lord, we become more inspired to worship the Lord and to offer everything for the service and for the pleasure of the Lord. Наш путь проще. Путь познания Господа. Нам требуется только слушать, с желанием слушать о Верховном Господе. И благодаря такому искреннему слушанию мы можем прийти к поклонению Верховному Господу и к способности предлагать Ему все с любовью и преданностью. But for those who are contemplating this universal form, they have no opportunity to offer worship or to make, to dress. They cannot offer loving service to that universal form by dressing the Lord and decorating him with nice jewelry and ornaments. They're not able to bathe that form of the Lord as the devotees will bathe the deity. Но те, чей ум сосредоточен на созерцании вот этой воображаемой вселенской формы, они уже не могут совершать любовное преданное служение Верховному Господу. Они не могут украшать Господа, как это мы делаем для божеств, предлагать ему какие-то красивые украшения, одежды, не могут поклоняться, не могут омывать Верховного Господа так, как преданные омывают божество в храме. Their concept of God is just simply that God is great and that he is everywhere, he is everything. Их понимание Господа сводится только к величию и всепроникающему аспекту способности Верховного Господа, пронизывание всего во Вселенной. And so it's contemplating the universal form, one is easily drawn into the impersonal concept of the Lord and simply want to enter into the oneness with the Supreme. Такое созерцание вселенской, всепроникающей формы Господа может приводить к безличному персональному желанию войти в безличное сияние Господа. Okay, so we'll stop and ask if there's any questions. На этом мы остановимся. Будут ли какие-то вопросы? Маджи Вайчачи, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Сейчас в Бангладеш происходит революция. В общем, там вооруженные столкновения, и очень много индуистского населения оказалось под ударом. Вот они оказались жестоко убиты мусульманским населением. В том числе много преданных искон тоже пострадали или погибли, в том числе старшие преданные, известные даже личности. Много храмов разрушено, в том числе храмов искон. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый, каков план Кришны в такой ситуации? И второй, нас просят часто
читать дополнительные круги за преданных Бангладеш. Вание – это наши как бы, личные отношения с Кришной, и мы не можем посвящать свои круги, то есть воспевая их за кого-то. Тем более говорят, что это какие-то, ну, получается, материальные цели. Вот я по одному просто задам эти вопросы Гуру Махараджу в перезаписной ситуации. Харе Кришна, Диа Гуру Дев. And dear devotees, please accept my humble obeisances of Lord Srila Prabhupada. Gurudev, my question is about the situation in Bangladesh. There are a lot of Hindu who were killed very cruelly, and including ISKCON devotees also, they were murdered. And a lot of temples were destroyed. ISKCON temple also were destroyed. And my question is, what's Krishna's plan in such a situation? Would you please explain for us? Well, Krishna's plan is to show us that this material world is not our real home. We shouldn't want to prolong our life here. План Кришны показать нам, что материальный мир не является нашим домом, и что нам не получится и не нужно задерживаться здесь надолго. That we should be eager to get out from this place and go back to a real home. И нам нужно стремиться к тому, чтобы поставить это место и вернуться в наш истинный дом. So when these incidents happen, we should understand it like that, that Krishna wants us to detach us from this material world. This is Krishna's separated energy. Krishna himself is not very much inclined towards this place. He has his own abode. He's inviting us all to go there. Кришна тем самым хочет показать или дать нам урок отречения от этого мира, что здесь нельзя привязываться ни к чему. Этот материальный мир – это отделенная энергия Верховного Господа. Господь лично здесь не находится. Есть его вечный обитель, где находится он. Вот туда мы должны стремиться. Когда происходят такие инциденты, нужно именно так это понимать. Okay. Thank you, Gurudev. So, some short question according to this situation. One more question. Devotees are begging us to chant some extra rounds for the sake of devotees in Bangladesh. So, is it right? Because some devotees are gave the arguments that our chanting, this is our private association with Krishna, and we cannot dedicate our extra rounds for something else. So Gurudev, can you please give some comments about such a question? Well, devotees are compassionate on others. When they see other people in difficulty, going through so many distresses, certainly we should have some compassion for them and feel sorry for them and think what we can do to help them. So what can we do in such a situation? The best thing we can do is to chant Hare Krishna. Преданный сострадателен, и когда он видит, как другие испытывают трудности, серьезное состояние. Такой преданный преисполняется желание помочь состраданием к остальным. Как мы можем здесь помочь воспевать Харе Кришна? Chanting extra rounds. Of course, we want to chant purely. It's not that you have to chant just simply for their benefit. We chant for the pleasure of Lord Krishna. Мы можем воспевать дополнительные круги, повторять дополнительные круги, но стараться делать это чисто, не какого-то материального блага, а для удовлетворения Господа Кришны. So our chanting should be pure without offense. And that means we have to think of Krishna and chant for Krishna's pleasure. Поэтому мы стараемся воспевать, избегая оскорблений, делая это чисто, чисто означает для удовлетворения Кришны. And the more we think of Krishna and pray to Krishna, then certainly we can help to overcome all these distressing situations which are in the world. И чем больше мы стараемся думать о Кришне, делать для Кришны наше служение, воспевание, тем больше мы можем помочь
другим преодолеть их трудности и страдания. More chanting is always encouraged for everyone in every situation. Большее воспевание приносит абсолютное благо в любой ситуации. We should be concerned. We should feel some sympathy, some concern for our dear devotee for in difficulty there. And if chant, how else can we help them other than by chanting the holy name? Поэтому ради того, чтобы помочь преданным, которые испытывают трудности, мы можем стараться воспевать качественно. Чем мы еще можем помочь, кроме воспевания святого имени Харе Кришна? So somebody is asking us to chant the holy name. That's very nice of them. Very good. Yeah. We're happy to chant the holy name for people. That's our business as devotees, to chant and to chant the holy name. Give the holy name to everyone. Поэтому мы рады повторять святое имя. Это занятие преданного, повторять святое имя больше. Преданный должен воспевать святое имя на благо каждого. Don't be, if you just chant the holy name for your own pleasure, that is selfish. We should become selfless, not selfish. We're just chanting for our own communication with Krishna. It's very selfish. Мы должны отказываться от эгоизма, от себялюбия и становиться друголюбием, то есть любить других живых существ, бескорыстно действовать. И если мы повторяем только для своего блага, то это себялюбие. А если это мы делаем для служения Кришне, для других, то это будет любовь к другим, бескорыстие. Okay. Thank you very much, Guru Maharaj, for your amazing answers. I will share your words for all the devotees. Thank you so much. Please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Yeah. Следующий вопрос по очереди. Я не знаю, кто был первым. Либо Маджи Карпур, либо Маджи Халадини. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданный. Меня хорошо слышно? Поклоны прибытия. Да, продолжай. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. А вот про то, что Кришна говорит, как ты мне предаешься, так я и отвечаю. И также мы знаем, что у нас есть усилия и милость. И вот в плане вот милости это также работает? Сколько усилий, столько милости? Такой вот вопрос. The question from Маджи Хладини. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you for your class. My question is about efforts and mercy. Krishna said in Bhagavad Gita how you depend unto me. So in the same, I answer to you. There are two points in success on the devotional path: efforts, devotee, and mercy of Krishna. So the question is: it works toward this verse in Bhagavad Gita? How many efforts devotee put? It's equal the same portion of mercy or not? I don't get this last part. In Bhagavad Gita, Krishna said, as you surrender to me, I reward accordingly. So there are efforts, our efforts, and mercy of Krishna. So the question is, does it mean how much effort we put on the path to Krishna, the same mercy, portion of mercy Krishna will give us or not? Not necessarily. It's up to Krishna. Не обязательно. Это зависит от Кришны. Krishna says, as you surrender unto me, I reward you accordingly. So Krishna may choose to reward us in different ways. Да, Кришна говорит, как вы предаетесь мне, так я вам отвечаю, но его ответ, он может по-разному проявляться, разными способами. Sometimes the reward may be separation from Krishna.
Another time the reward may be meeting with Krishna. Один раз награда может прийти отдельно от Кришны, не впрямую связанная с ним, а другой раз этой наградой будет личная встреча с Кришной. Krishna's mercy may be taking everything away from us. Krishna says, when I'm especially merciful, I take everything away to make us fully surrender. Есть еще одно высказывание Кришны, где он говорит, кто особо дорог мне, я забираю все, чтобы он мог полностью предаться мне, чтобы такой преданный мог. And Krishna told the gopis, he said, I can never repay you. He said, you've done so much for me, I can never repay everything you've done for me. Например, гопи Кришна сказал, что я никогда не смогу отплатить тебе, отплатить вам за ваше служение. Пусть само служение будет вам наградой. Next question, Guru Maharaj. Yeah. Следующий вопрос. Шикар Пурманджари, пожалуйста. Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста, ваши святейшие садар. Дорогие преданные, большое спасибо за лекцию. Хотела спросить, Шрила Прабхупада много говорит о том, о важности варнашрамы и подчеркивает в комментариях Шримад Бхагаватам, что является залогом процветания общества. Как мы можем, не отвлекаясь на то, чтобы процветать, вот стремиться к процветанию в этом материальном мире, вот, выполнять вот наставления Шрилы Прабхупады, ну, то есть основное наставление вернуться домой к Богу, стремиться к этому, я имею в виду. Понятен мой вопрос? Угу. Спасибо. The question from Mataji Karpura Manjari. Hare Krishna, Your Holiness, thank you for your class. My question is about Varnashrama. Srila Prabhupada several times stressed in his purports about Varnashrama and it need in society. So the question, how can we find the balance on the one hand, the create Varnashrama for prosperity of society, and the same on the other hand, the main instruction of Srila Prabhupada is return back to home, back to Godhead, be concentrated on this. Well, we want to go back home, back to Godhead. Part of it is, first of all, following Varnashram and understanding how to fit in to the society. Мы можем возвращаться к Богу, служа в системе Варнашрамы, понимая, как нам действовать в обществе. Варнашрама is a creation of Krishna. Варнашрама создана самим Кришной. We're meant to be part, find a position in that society according to our Varna and Ashram, understanding what is our position, what is our situation, and then working in that way. I'm working in that way to go back to Godhead. So it's related. Варнашрама может помочь нам определить свое собственное положение, ситуацию, в которой мы находимся, и так, работая в системе Варнашрама, вернуться домой обратно к Богу, действуя соответствующим образом, выполняя обязанности. Эти вещи связаны. Okay. Вам понятен ответ? Of course, you get some people. Yeah, you get people who are transcendentalists, like Sukadeva Goswami. He didn't follow Varnashram because he was already a liberated soul. But for people who are not liberated, it's important for them to follow Varnashram. If you're a liberated soul, then okay, you don't need to follow. You can just go back to Godhead, like Sukadeva Goswami. If you're fully detached from the material world, you can just go back to Godhead. But if you're not a liberated soul, then you have to follow Varnashram. And we saw Lord Chaitanya Mahaprabhu. Although Lord Chaitanya Mahaprabhu was saying that he didn't belong to any Varna and Ashram, and he's simply a servant of the gopis, but still he was very strict in following all the principles of his ashram.
Если, конечно, учесть, что есть живые существа, которые полностью освобождены, наподобие Шукадева Госвами, то им нет необходимости следовать варнашами, поскольку они уже освобожденные души, они могут напрямую возвращаться домой к Богу. Поэтому если вы или кто-то находитесь на уровне освобожденной души, тогда нет необходимости следовать варнашами. У освобожденной душа вне материального мира и может сразу возвращаться домой обратно к Богу. Однако, если человек не освобожденная душа, то варнашама важна, ему необходимо действовать в рамках варнашамы, чтобы вернуться обратно к Богу. Даже Господь Чайтанья действовал в рамках варнашамы, учитывал правила того социального положения, в котором он находился. Спасибо большое. Thank you very much. Маджи Вачшач, у вас еще один вопрос? Ага, если у Махараджи есть время. Пожалуйста. So, Guru Maharaj, I have one more question because devotees have no question, I think. This is about chanting the holy name. У меня вопрос о воспевании святого имени еще один. Возможно ли добиться прогресса в воспевании только с помощью практики, без самбанхи, то есть не опираясь на какое-то знание? Возможно ли достичь таких высоких уровней, как бхава и према? Вот, допустим, без слушания, без чтения книг, только через одно лишь воспевание. So, Guru Maharaj, can we approach the highest level of bhakti, such as bhava and prema, only by abhideya, without sambandha, only chanting the holy name, not to hear, not to read? So, is it possible? Only by practice, by chanting the holy name. Well, yes, if you only chant, but you have to chant the holy name 24 hours a day. You have to chant like Haridas Thakur chanted. You know, he chanted incessantly. So if you chant like that, then you can do it. Да, возможно, если вы будете заниматься этим на протяжении 24 часов в сутки. Например, Харидас повторял практически круглые сутки. Тогда в этом случае возможно. Well, that's what you have to do. You have to chant incessantly, 24 hours a day. So, if you're able to do that, yeah, you don't need to do anything else. Just sit and chant the holy name. Если этим заниматься бесперерывно, круглые сутки, тогда это возможно. But it's a very, very rare soul who can do that. Но редко найдется такая великая душа, которая способна так действовать. Okay. Thank you very much, Guru. Okay. No more question? Yes, Guru Maharaj. Have you extra time after finishing this class for meeting with Indriya Kamatshi? Oh, okay. Yeah. Thank you. I will send the link for you, Guru Maharaj. Okay. There is no more question. There is no more question, Guru Maharaj. I think we may stop. А можно объявление сделать? Пожалуйста. Вы же организатор Magic Pornage. Я просто переводчик. Преданные, пожалуйста, есть возможность сделать пожертвование Махараджу. Номер телефона, куда можно перечислить в чате. Спасибо большое. Гуру Махарадж. А, Гуру Махарадж вышел из чата. Я думаю, на этом мы остановимся. Спасибо большое всем вайшнавам. Спасибо большое. Бхакти Вигдаринаш Нарасим Махарадж Кичай. Самовета Бхакти Вигдаринаш. Мы поклонны вайшнавам. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за перевод. Поклоны. Джай Шалпа.